Наверняка в подсознании каждого человека еще с детства осталось представление о космонавтике как о некой волшебной стране, в которую дано попасть лишь избранным. Но если вдуматься и зайти в астрономические лаборатории, то можно с легкостью убедиться, что в космосе и отраслях с ним связанных всегда найдется место каждому. Даже представительница прекрасного пола не составит исключения. Причем каждая может выбрать себе занятие по душе, как и сделала группа молодых исследовательниц Казанского университета. Четвертый год девушки-астрофизики разрабатывают все необходимые параметры в тлеющих разрядах. После проведенных работ их можно будет применить в плазменном двигателе на спутниках. Если параметры окажутся действительно верными, то искусственные спутники Земли с математической точностью совершат переход с одной орбиты на другую. Вот он так его считает. И теперь мы пробуем усовершенствовать наш метод и предполагаем, что будет считать быстрее. Для совершенной работы искусственных спутников от них лишь параметров, конечно же, недостаточно. Каким бы многообещающим ни был объект, он не может отправиться в космос, прежде чем не будет подвергнут воздействию высоких и низких температур. Разработка новых функциональных испытаний в вакуумных камерах – вторая, не менее важная задача девушек. Хотелось бы поучаствовать в различных конференциях с этой темой, потому что это действительно впервые, и до этого как бы этого никто не следовал. Чтобы искусственные космические спутники действительно превратились в самые яркие звезды на ночном небе, не хватает еще одного штриха. Тут снова необходим еще один дополнительный расчет параметров, результаты которого позволят в несколько раз повысить качество и надежность всех деталей нужного объекта. Получается, я решала систему уравнений, которая применялась именно для этой установки, и находила необходимые параметры, которые мы могли бы рассчитывать заранее перед экспериментами. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз.